Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня представляю новинку 12-го каталога. Это глянцевая помада Cushion серии The One. Всего будет представлено 10 оттенков, и эта помада у нас участвует в акции. При заказе на 990 рублей из 12-го каталога, включая одну из 10 помад, вы получаете за 199 рублей вот такой уникальный аромат. Он называется All or Nothing Unique Accord. Очень стойкий, жасминовый, приятный аромат, 15 миллилитров, может стать вашим за такие приятные денежки. У меня он уже есть, поэтому я просто рекомендую, потому что он мне нравится. Итак, давайте вернемся к нашей помаде. Эта помада обладает соблазнительным таким ванильным ароматом, у нее очень плотный цвет с первого нанесения и кремово-гелевая текстура, концентрированные пигменты и увлажняющие компоненты. И давайте попробуем помаду на губах. Я вам покажу, как ей пользоваться. Это очень просто. Мы крутим немножечко нижнюю часть, и из специальных отверстий в губке у нас появляется сама помада. Обратите внимание, я одним движением нанесла помаду. Ее можно носить без контура, как это сделала я, можно с контуром. Приятный аромат. Когда я понюхала из помады, я подумала: ой, как много ванили, как-то навязчиво, но от губ я ее не чувствую, она быстро выветривается. Что я ощущаю? Это очень мягко, очень приятно. Помада заявлена производителем стойкости до 6 часов. Помада действительно долго держится на губах. Я вот прям времени засекала, я уже несколько дней тестирую эту помаду, но она такая приятная, что к ней хочется возвращаться снова и снова. Она будет отпечатываться, то есть вы видите, что это мягкая глянцевая помада. Она отлично увлажняет. У меня такие мягкие губы. Я в последнее время много пользовалась матовыми помадами, и когда я перешла на эту глянцевую, у меня вот просто вот губы, ну, как будто бы отдыхают, наслаждаются, потому что вот эта легкость и мягкость, она всегда приятная. Она не липкая, то есть ее вот так вот нет чувства какой-то навязчивости, липкости, она такая приятная на губах. Обязательно попробуйте эту помаду и участвуйте в акции. Если этот обзор вам полезен, ставьте сердечки и пишите комментарии или задавайте вопросы, если я что-то забыла рассказать. С удовольствием с вами пообщаюсь. До новых встреч, пока-пока.